Хей-йоу, ребята, всем привет! С вами, как всегда, профессионал енот, Apple и Нубик. Поздоровайтесь! Всем привет, всем ребята! Привет, ребята! И сегодня я прочитал в комментариях, что очень много из вас хотят, чтобы мы сделали хардкорную вот такую вот битву с растениями против зомби. И да, так она что... будет очень сложная. О, блин, да, а мы именно. Справимся, точно? Слушай, ну я не знаю, Нубик, попробуем. Мы это проверим сегодня. Это точно, мы прям вот на своей шкуре проверим, получится ли у нас выжить эти суровые 5 волн, потому что здесь зомби будут гораздо больше, чем раньше, и серьезно, вот можете прямо сейчас делать ставки, даже в комментариях, получится ли у нас пройти, либо же не получится. Я надеюсь, получится. Вы как думаете, получится или нет? Ну, я смотри, надеюсь, да. Если Нубик будет хорошо собирать эти солнышки, то ну, да. У нас все получится. А вот да, он будет халтурить, или, например, мы ему там иногда не будем помогать, то у нас точно ничего я не получится. Я никогда не халтурю. Да не, да. Ну а вдруг сегодня решишь, а? А вот, захотелось. Ни в коем случае. Ладно, слушайте, короче, нам нужно как бы с чего-то начинать. Есть у кого-нибудь? Может, он что-то нам тут давал? Нет? Ничего да, не дал? Да, нет, да, он тебе давал? Он мне подсолнух давал, да. О, хорошо. Ой, да, повезло а то коробки тебе, пустые. Он ничего не дал. Давай втыкай его где-нибудь тогда. Давай вот сюда его. Куда? Наверное, о, вот так хорошо. Вот так, хорошо. Вот, да. И так, и давайте тогда. Перед тем, как бы начать нашу битву, вот, ребятушки, на канал и подписываемся, комментарии пишем, вот, лайки ставим и, конечно же, колокольчик тоже активируем. И снова, как бы, по традиции, неизвестный персонаж из растений против зомби у нас на экране. Если вы знаете, кто это, возможно, это даже будет не растение, а что-то другое. Да. Вот, но это все будет из игры растения против зомби. Да, да, да. Если вы знаете, что это такое за персонаж, кто это такой за персонаж, то обязательно напишите в комментариях, потому что мы не можем догадаться, и тут прям реально будет сложно. Вот серьезно, вот придется постараться, чтобы найти этого персонажа. Ну что, вы как бы готовы сражаться? Да, я готов. Конечно, ну немножко волнуюсь, но... Так, о, собирай. Собирай. Давай, втроем будем собирать. Вот, давай, и, наверное, кому-то придется их отвлекать. Так, сейчас я вот так вот встану, вот сюда, чтобы на меня вот агрессия. Вот смотрю, блин, там уже подходит Apple, все, отходим. Apple, отходи быстрей. Да. Нубик, они на тебя идут, походи. Ага, все, переключились, на меня переключились. Так. Давай, собирай, сейчас побольше. Хорошо, идите сюда. Ох, блин, прям рядом проходят. Да. Прям рядом зомбаки шли с ним. Так. На, давай, сейчас одного пытаюсь запинать очень быстро. Давай. Оп, запинал, ну, хорошо. Давайте, монетка давайте выпала. Идите, тупые Нубик, ты собираешь там? Да, я собираю, конечно, я собираю. Так, сейчас я тоже попытаюсь стак дособирать. Ну-ка, получится сзади, у меня сзади, или нет? Ай-яй-яй, тихо. Я пытался дособирать стак, но немного не получилось. Давай попробуем всех на себя отвлечь, а ты пойдешь собирать блин. Тоже. Оп, да, в смысле, ты не отвлечешь всех на себя. Вряд ли давай, у тебя это получится. Давай, так, давай, тихо, давай, я вот здесь. Смотри, получилось. Отвлек, да? Ой, я спрятался здесь, прямо короче. Хорошо. Давай, будем вдвоем пока собирать. Давай, ты бей их там потихоньку, слышишь? Бей их, пинай там. Так. Ну-ка. Может, вы поставите какой-то горохострел сейчас, чтобы. Сейчас поставлю. Так, подожди. Или. Ну слушай, Нубика, дай мне стак. Давай поставим усиленный подсолнух. На! Давай. Так, сейчас мы, подожди, усиленный подсолнух сделаем. Вот так вот, и сюда еще давай, немножко солнышко, 32, так, 32 я есть. Я зомбаков тут замочил. Хорош, я тоже, кстати, одного завалил. Сейчас, подожди, так, ставим вот эту тему, ну-ка давай сюда. Нубик, держи. Оп, переключился, давай. Все, я поставил горохострела, давай, он будет гасить да, их. Блин, на, прилетел. С ними сам справился. Нормально, так, скажешь, когда там справишься, мы сейчас будем доить этот подсолнух вместе с Нубиком. Давай, это уже на первой волне подсолнух, это уже хорошо. Последний. Все, нормально, я два стака еще успел насобирать. Хорошо. Неплохо, прям вообще неплохо насобирали. Знаешь, что я могу сказать? Что такое, что такое? На первой волне у нас все довольно неплохо. Сейчас я все обменяю. Что-то у тебя полный инвентарь смог насобирать? Если не смог, то значит все у нас не очень. Подвигайся, ё-моё. Опа. Вы видели, ребят, сколько зомби было на первой волне? У нас было реально большое количество зомбаков на первой волне. А что не подвигается? Подвинься, пожалуйста. Ну-ка. Нет, все, походу он останется здесь стоять. Не, вообще, он да, походу зацепился корнями за лестницу. Так, что-то. Ну что там, сколько монеток, Нубик? Монеток? На, держи, выкидываю. Давай, так. О, 27, чего, блин? Да. Так, держи тебе, стой. Эбл, подожди, держи тебе, выкинул горох. Спасибо, да я сам бы купил, говорю, у меня 49 солнышек еще этих осталось.
Так, вот, ну ладно. Так, давай сейчас, оп, сюда это дело выкидываем. 29 монеток у нас есть. Итак, чего мы начнем покупать, чтобы вторую волну пройти? Мы же не знаем, что будет на второй волне, потому что знаю. Если все такое жесткое, то лучше сразу обычные грохострелы уже не брать вообще. В принципе, логично, логично. Нужно хотя бы по одному этому ореху поставить, чтобы на них они как-то... По здоровым сразу будем? Да, сразу по здоровым. Ага. А это вообще жесть начнется. Если иди расставляй орехи. Так, давай. Ну давайте, вот так, да, оп, давайте забрал. Так. И давай паутину сразу возьмем, так, наверное. Орешек сюда один. Так, паутину и второй. Еще можно взять вот такую тему. Так, хорошо. Apple, иди сюда. Ты где? Да, сейчас я последний четвертый орех сюда ставлю. Оп, я тебе скину, так, смотри, ага, шипы и паутину. Сразу шипы. А в прошлый раз ты говорил, что шипы дорогие. А они, кстати, он поменял цену на них, видел? Они дешевле стало? Ну да. Тогда продавали один шип, по-моему, а сейчас 10 продают, так же, как и паутину. Так, смотрите, у нас осталось 11 монет. Нам нужно еще чего-то накупить, чтобы защищаться. Че будем покупать, а? Давайте возьмем тройных, может быть. Ну, тройных, да, или пулеметчиков вот этих. Ну, пулеметчики у нас постоянно были, давай тройных возьмем. Я вообще мощную защиту делаю. А у кого еще были 40 солнышек? У тебя, Apple, были 40 солнышек? Да, сейчас. Дай мне 32. И у меня 20 есть. Так, нам надо одна монетка еще. Или 32. На, ладно, вот тебе 32. Так, хорошо. Мне паутины может не хватить, потому что я тут прям жесткую защиту пытаюсь сделать сразу. Паутины? Ага, ну, вот по идее, должно сразу, хватить, да? Паутины. Мы идем сюда. Вот так вот это сюда закидываем и ставим. Все, хорошо, у нас есть уже... Уже, получается, тройные вот эти вот горохострелы. Блин, здесь у нас такой будет еще. На одну сторону паутины тут что-то не хватает. А что, у тебя много еще осталось или сколько? У меня осталось три. Нифига ты потратил. Ну поставь хотя бы три паутины сюда. Ну да, хотя бы три поставь. Давай тогда сейчас поставлю. Потом на следующей волне докупим еще, короче, сделаем. Шипы должны где-то вот тут вот были стоять. Ага, сейчас у меня тут еще шипы пооставались, я тут шипы еще поставлю. Давай, ну что, будем запускать волну тогда сразу еще? Я думаю, это успешно доделать. Стой, они же меня тут сожрут сейчас. Давай. Все, поставил? Немножко осталось. Чуть-чуть. Вот тут. Давай. Я шипы на шипы поставил. Капец. Ну что там, все, запускаем? Ладно, готовы? Короче, все, запускай. Тут накосячил. Поехали. Третья волна. Так, вот поехали. Такая вот. Подожди, а вторая где? Ты вторую проспал. Вторую? Я думал, что-то у нас третья будет. Ты сразу поражаешься, решил пойти. Тогда будет две волны сразу. Да ты с ума. Давайте. У нас же хардкорная арена, как бы. Ну-ка, собирай. Оно мне... не нажимается. Давай, собирайте. Быстрее. Нам нужно закупать еще больше растений, потому что без растений мы вряд ли сможем здесь пройти. Так, еще надо. Конечно, вряд ли сможем. Так, есть контакт, хорошо, две монеточки берем, две монеточки блин, сюда. Блин, они орех сожрали. Орех сожрали? Где? Надо на себя, пока не до растения так, не добрались. Здесь. Давай, я поставлю. Ух ты, сожрал, гад. Блин, ничего себе. Блин, сожрал его. Там, давайте. Он все сожрал вообще. Блин, ты что там паутины не ставил-то, ё-моё. Я говорю, там не хватило. Потому что не хватило же. Надо было не везде ставить-то там, блин. Всю паутину расставил. Что делать, а? Блин. Так, короче. Блин, еще одно растение, блин. Все, я мог горохом их завалить. Что-то я протупил, мы бы спасли их. Ё-моё. Так, все. Это последний зомбак остался, да? Да, все. Нет больше. Ро больше нету? Все уже, да. Офигеть. Блин, мы потратили... ё-моё, мы потеряли так. Сколько это получается? 2 по 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы 9 монет потеряли. Паутины. И здесь еще потеряли одну. Ё-моё, а я сейчас солнышки потрачу сейчас на паутину и на шипы. Блин, ребят, мы потеряли примерно, блин, монет 15 за эту волну, ёлы-палы. Да, ладно, сейчас подожди немного. Так, давайте я сейчас обменяю две мои сейчас монеты, вот эти вот. И сейчас можно будет купить еще один орех, получается, нужно сюда снова поставить. Блин, ну кто же знал, что ты сразу две волны запустишь? Ага. Ставим сюда орех, вот так вот, хорошо, есть орех. Так, монетки там были, чтобы паутину купить, блин, да? Так, держи монетки, на. Давай. Так, нам нужно срочно что-то... Ух ты, нифига монеток, хорошо. Нам нужно срочно что-то закупать. Предлагаю спасти свои задницы вот таким вот макаром. Вот так каким? Вот сделаем сейчас. Оп. Купим немного баклажанов вот этих. Вот так вот. Ну, покажи, кого ты там купил. Баклажаны. Золодюгу ты купил? Да, они по 3 штуки продаются там. Оп, берем, короче, вот так. Ставим со всех сторон. Во, хорошо. Вот, они защитят нас от нежелательных зомбаков, которые будут пробираться. Потом, паутину ты купил там, а? Да, я сейчас тут все застраиваю.
Купил, хорошо. Так, мы тогда берем 12 таких. Так, подожди, 12, 13, так, вот так вот. И еще 14 сюда. И к этому возьмем еще... прыгаешь, это рискуешь. Я по 2, да, 8 штук. Я рискую нормально. Что там происходит, а? Нет, пошли побегаю. Своей жизнью рискнуть. А, нифига, ну ты что там, а? Нубик, осторожно, осторожно. Все в порядке, о-о-о. Так, сюда у нас есть один. Мы еще можем поставить с каждой стороны по одному вот сюда, вот сюда и вот сюда. Хорошо, хорошо, вот так вот. Теперь мы делаем вот такую тему, вот так и вот так. Ага, тоже поджигаться буду, да, нет? Ну, конечно, конечно, конечно. Опять эти мусорки горящие поставил. Да что это пеньки, Apple, что ты путаешь вечно? Все, короче. Напишите в комментариях, похоже это на горящую мусорку или нет. Монеток больше нет. Мне кажется, это либо мусорка, либо коробка горячая. Ну никак не пенек. Это пенек, это пенек. Да? И что у нас сейчас должна быть? Третья волна или что? Или уже четвертая? Ну я не знаю, можем четвертую запускать, наверное, сразу. Ну, давай четвертую, наверное, давай, короче, запускаем. Пока как вы думаете, мы выживем четвертую волну или нет? Да, не знаю, надеюсь, главное, да. Четвертую и пятую не запусти. Ладно, да, поехали. Все, четвертая волна пошла. Офигеть, танцуристы уже выходят. Тут так, полный разнос. Вот, вижу. Ого-го-го. Если что, будьте готовы, покупайте эти... Ну, кого? Эти... Горохи? Горохи? Так, горохи или орехи? Если что, горейку. Горехи. Горехи покупаем. Так, ну-ка. Ну-ка, что там? Ой-ой-ой, они потихоньку идут сюда, да? Они не пройдут. Ты уверен? Ты уверен, что они не пройдут? Да, я уверен, что они не пройдут. Так, хорошо, следи, я тогда сейчас буду собирать. Вообще у них не получается. Да, ну да, месиво такое нормальное тут уже. Офигеть, блин, просто. Так, ну-ка, что там? Там тоже замес происходит. Моя схема работает с этими, когда ты ставишь сначала паутину, потом шипы, потом опять паутину. Это хорошо. Я сейчас тоже еще монет собираю, нормальное количество уже. Оп, забираем все солнышки. Так, ну да. Неплохо управляется у нас система вся. Много там еще зомби осталось? Вроде бы уже почти все закончились. Да? Я еще слышу, я еще танцую. И... Так, все, да, не собираю, больше не собираю. Так, еще разочек, вот так, чтобы было. Все, 33. Я иду менять монетки. Так, у меня получится, сейчас скажу, сколько монет. У меня так, получилось. Обменяю. У меня получилось 23. Монеток, но я думал, если что, это потратить там на защиту. Так, слушайте, нам надо сейчас какую-то. Да, я потрачу все на, наверное, на орехи, потому что. На орехи? Да, надо орехов покупать. Потому что защиты нет у вас никакой вообще. Сейчас, они через паутину даже пройти не могут. А у меня 38, держи. 38 еще, хорошо. Так, да. Давайте. Значит, сколько? 6 на 4, 24. Так, ладно, предлагаю, короче, купить 24 мелких. Не бери орехи. Что, а что не брать? Ты взял уже орехи или нет? Нет, еще. Не бери, я возьму. Так, 24. Ага. У меня будет... Я знаю, что я возьму. Знаешь, что я возьму сейчас? Что? Смотри, что я взял. Что такое? Где? Смотри, что это такое? Что это такое? О, это арбуз. Нет, да, это замораживающий гриб. Это замораживающий... Гриб или арбуз? Арбуз? Арбуз это замораживающий. Кусок льда будет сейчас. Ага. Нубик, смотри, ставлю орехи. Что ты тут строишь? Ставлю орехи. Ну так, да, ну-ка. Да. Строитель, я делаю стену. Оп, вот так, да, вот так. Да, стена вот так. У нас хорошая получилась. Да, вот так. Да такие, как ты, не строили китайскую стену, то знаю, что бы там было. В смысле? Да я эксперт в постройке стен от зомби, да, ты чё? Это точно. Ты чё, а? Ты на кого? Ой, так, подожди, надо же ещё, наверное, это... Так, купить, чего там еще? Надо купить себе этих горохов. Кого? Еще. Ну, горохов, да. А, ну да, Нубик, можешь. Блин, пятая волна, это будет очень жестко, мне кажется. Да, поэтому нам на нужно всякий случай я себе возьму, это точно. Запаковаться просто максимально, как это возможно. Вот так вот беру этот арбуз и ставлю его в противоположную сторону. А у кого-нибудь есть еще монетки вот эти? Сюда. Не, у меня по-моему, есть... нет. Подожди, у меня есть. Так. У меня есть солнышки, у меня монеток нет. Сколько монеток тебе 61 надо? 61 солнышко. У тебя 61 солнышко? Так, у меня есть еще одно солнышко. Я не знаю, смотри, я сейчас поставлю, нам надо еще, наверное, так, ну-ка, раз, два. Ну, сейчас я сначала обменяю, что у меня тут есть, что у меня надо, тут надо примерно монет 12. А, сейчас, ладно, 12, я наменяю, подожди. Ничего себе, конечно, ты тут... Так, раз, два, три. А, ну я тебе могу сказать, что у меня уже больше. Вот сейчас, так, где, раз, два, там? Три. Да, я уже меняю. Так, у меня 22 еще. Здесь, блин, вот эти вот штуки, они не двигаются, да? Ладно, хорошо. Так, оп, а раз, у меня осталось 32 солнышка как раз. Нам надо по максимуму просто как-то защититься, потому что если у нас не получится, то все печально будет. Так, Нубик, у тебя есть монетки, нет?
Так я скинул там. А, вот вижу монетки, да. Ага. Ого, хорошо, так. Мы сейчас берем еще, сколько я сказал, 12 монет, да? Так, да, 12 так, я так, сказал. Так, так, так. 12 монет, хорошо. И 11 монет еще осталось, мы можем докупить что-то еще для защиты. Что купим, а? Для защиты mm-hmm. еще? Да не знаю, mm-hmm. мне кажется, у нас уже всего достаточно. Можем купить этих, как его, вишневых бомб, чтобы победить. Ну, можем, да, бомб. О, подожди, купи еще несколько этих арбузов вот этих, которые замораживающие. Уже поздно. Ой, блин. Держи, тебе 3 штуки. Держи. Ладно, держи. Давай. Тебе 3 штуки и тебе 3 штуки. Что с ними делаете? То есть ей я не буду пользоваться. Ставишь вот так вот перед зомбаками, и она взрывается через секунду. Да, она взрывается, да. А, ну все, прямо вот под зомбаками ставишь ее. Тогда вот. Если пройдут орехи, будут доставить. Да. Ну да. Так, ну-ка, сейчас я сюда подвигаю, значит, вот эту тему. Ну-ка, отойдите. Разойдись, нужно воткнуть сюда. Да ё-моё, не могу попасть в прицель. Оп. Вот так вот. Пеньки ставлю. Так. А, и сюда еще пенек. Ты хотел сказать. Пеньки, какие мусорки, да, ё-моё, ты задолбался своими мусорками. В комментариях напишут. Ну реально, ну мне так кажется. Ну, напишите ему в комментариях. Это пеньки горящие, какие мусорки. Все, вот такая вот у нас, короче, армия получилась. Я надеюсь, этого хватит, чтобы пройти финальную 5-ю игру. Потому что сейчас будет полная жесть, ребята. Вот просто запомните мои слова. Вы готовы? Ну да. Посмотрим, давай, сейчас. Давай, поехали. Давай. Поехали. Вот так, блин, эти гаргантюа. Так, да, гаргантюа пошли. Мелких, и их будет убивать. Очень много этих гаргантюа. Ну, так, нормально, так. У нас а, смотри, закидывает уже. Закидывает. Ёлы-пал, там какой-то синий гаргантюа. Ой, офигеть. Что за звуки, вообще жесть полная происходит. Так, он кинул. Подбил. Что такое? Подбил растение? Да, там падают уже гаргантюа. Так, а вот мелкими пыляются. Да, вот как тут по ним попадать? Мелких сбивайте их. Так. Ну-ка. Ой, мелкий еще идет. На тебе. Еще мелкий один. Так, хорошо, его завалили. Я буду сейчас сверху мелких сбивать. Так. О, это еще что такое? Что такое? А посмотрите, блин, наверх. Куда? Это зомбос, походу. Нифига себе. Гасите его. Так, мы выживаем или нет, а? У нас все, по-моему, плохо. Не-не-не, нормально все. Давайте, гасите. Вы уверены? Нет, обратно. Кстати, эту штуку отбивать можно, синюю. О, блин, его завалили, я все пропустил, да? Завалили, да. Наверное, все пропустил. Сейчас вишневую бомбу. Ах, ё-моё, ладно, я просто так взорву тогда. Бам! Так, я тоже тогда сейчас, смотри, вот так вот ставлю. Салюты. Все, мы победили, офигеть. Это было офигеть, как... Кто запустил волну еще раз? Никто ничего не запускал. Кто запустил? Нуфик, ты что наделал, а? Никто ничего не запускал, я говорю. Солнышек нет. Так, солнышек, и собирай, быстрее. Смотри, мелкие закидывают сюда. Ладно, сейчас быстро попытаемся справиться с этим. Что если за тот зомбак мелкий запустил? Какой мелкий зомбак? Да это кто-то из вас. А никто ничего не запускал. Вон он здесь уже, блин, он здесь, мелкий гад этот. Так. Ну-ка, берем вот этот ледяной. Вот этот и вот этих вот по максимуму. На бомбу тебе вишневую. Так, ребят, напишите в комментариях, кто это. Так, замораживай, гриб, замораживай. Пшу, все замерзли. Так, взрываем вишневую бомбу. Извини. Ты в нашей команде предатель. Предатель? Я тоже думаю, что он предатель. Ну что, офигели? Я случайно в тебя попал, ты сам подпрыгнул, ты видел, что я стрелял. Взрываемся. Но офигеть. Это нубик запустил или мелкий зомбак, который еще сюда не запускал? Пробрался. Гасите. Так, вон там еще остался этот. И гаргантюа, куча еще. Так. На. Так, во. Кто тут еще все, мелкий. Все, мелкого завалили. Все, завалили. Опять бы, блин, пробрался, опять фигню сделал. О, слушай, а классно летят эти снизу? Кого тут нет? Замораживает. Так, все, слушай, не ходи там, нубик. Если ты сейчас сюда зайдешь, я слежу за ним. Давай, выходи отсюда. Придурки, блин, я же хрип. В общем, ребята, мы прошли 5-ю волну двойную. Это просто офигеть. И на этой хорошей ноте... С тройной прошли. Да. В общем, на этой ноте можно... Ты чё растения бьёшь, а? Я просто хотел проверить на прочность. А то они стоят мне просто... Что? Да слышишь, ты же сам подпрыгнул под меня, когда я стрелял. Это как? Смотри, это как? Что? А, блин.
Нифига себе, шипы в сторону бьют. В общем, друзья, если вы досмотрели до этого момента, то пишите в комментариях, как вы думали, пройдем мы или не пройдем. Вот, мы как бы прошли. Вот, прошли, конечно. Кто ставил на то, что мы пройдем, мы победили. Вот, всем спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Если вы досмотрели, конечно, до сюда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте про колокольчик. Ну а с вами, как всегда, был профессионал енот Apple и, конечно же, Нубик. Всем до скорой встречи и пока-пока-пока. Пока, ребята. Пока, ребята. Yeah.